Как пела великая певица Ху-Ху-Хуе. Я скучаю по тебе. Привет, Мишутка. Привет, все остальные. Как ваши дела? Так. Ну, надеюсь, эта игра тормозить не будет. Поэтому давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Да, у нее, конечно, своя особенность есть. Но а где их, собственно говоря, нет? Чё-то не то. Чё-то не то. А, секунду, я понял, что не так. Во, чётко. Снова арбуз ешь? Слушай, Мишутка, тебя если это самое наказали за что-то поеданием арбузов, то ты скажи, мы приедем с ребятами, тебе поможем. Арбузы похавать. Beyond Gfinity. Да, Gfan Beyonity. Здорово, друг Эри. Так, ну чего у нас тут происходит? Что же это такое? Мини-карта. Не то. Дневник меня интересует, да. Так, ну, я предлагаю, наверное, сразу отправиться куда-нибудь сюда. Поделать квесты там, да? И только потом уже здесь вернуться и делать все остальное. Потому что эту территорию мы хоть все и осмотрели, но у меня мозг пока вообще отказывается функционировать. Какая здоровенная локация, охереть. Плюс ко всему, мы как бы сейчас пытаемся скорешиться с местными жителями. Вот, и пытаемся вставить палки в колеса служителям хаоса. Будем разбираться. Будем разбираться, насколько это легко, насколько это просто. Я вот уже понимаю, что и все будет ой как непросто, потому что управление что-то это самое. Сопротивляется. Я могу все равно заявить, что сегодня посмотрел весь интернет, и я в шоке. Так, ну-ка, давай, раскрой, пожалуйста, свое утверждение. Как ты умудрился посмотреть весь интернет, что ты там видел и почему ты в шоке от происходящего? Давай, мне дюже интересно, потому что я-то весь интернет не видел, слава богу. Не то чтобы я хотел, но, блин, кто его знает, так оно будет все. Так ты, получается, и стримы мои все видел, да? Жесть, ну туда, тут согласен, тут можно кукушечка поехать. А я не знаю, я вчера что-то так загрустил вечером после трансляции, полежал, погрустил, поспал. Потом просыпаюсь, думаю, блин, дай в архиве покопаюсь. И вот наткнулся на этот Москва и мертвецы, блин, боже, какая же херь лютая. Сразу захотелось что-то еще такое постримить, если честно. Вот прям моментально. Но увы, у нас пока относительно приличные, как бы, игры, наверное, да? Так, надо управление вспоминать. Де-де-де. О, новый уровень. Балдеж. Так. А что я завис? А не знаю, что я завис. Ладно. Ну, пещерка. Давайте пойдем. Нет, не пойдем, потому что мой рыцарь смерти хочет драться. Ой-ой. Погибаем. Мама. Джифан выпил столько зелья, что ослеп. Факт. Ну как бы персонаж двигается, просто графона нет. Я вот думаю,
Если я сохранюсь, это будет очень смертельно или нет? О. Ху, отлегло. Блин, вот либо старая нерабочая, да, что-то. Либо современная, но тоже сволочь такая нерабочая. Нет какой-то золотой середины. Нету. Причем, я вот еще пересматривал вчера стрим по коллапсу, один из своих, да? Меня больше звук посмешил, который издал этот сундук. Так вот, и я там сказал одну мудрую мысль. Я, конечно, дословно не помню, но суть звучала следующим образом. Вот вместо того, чтобы сидеть и страдать херней, да, лучше бы я в Моровинд пошел. Который не лагает, не тормозит и вообще никогда не подводит. Вот. Это я так резюмировал свое отношение к коллапсу и тому, как он вообще, в принципе, идет на относительно современных системах. Какой-то понтовый черепок. Берем. Так, ну в сундук я не полезу, он опасный. Нафиг надо, нафиг. А еще меня тут это самое озарила мысль, что я же поставил себе SSD-шник. Следовательно, Starfield может пойти у меня относительно даже нормально. Я бы думаю. А стоит отдавать свои деньги Тодду Говарду. Из хорошего я нашел два хороших техномикса. Это мы одобряем. Сидел, слушал 2 часа, и атмосфера на танцполе была аутскульная, которую я не застал всего возраста. А потом... Что же было потом? Что же было потом? А потом приехал ОМОН. А. Так. Ну что ты мне подскажешь, эти палец, они, ну, просто для красоты здесь валяются. Тут фактически ничего и нет в этой пещере. Моб вроде как не квестовый был. Ладно. Валим отсюда. Только для начала давайте-ка мы, наверное, скорость поднимем нашим гаврикам, чтобы они быстрее передвигались по карте, да? Навыки. Взлом. Чем можно так-то? Давай. Чё нет, пускай воруют. Держи критические удары. На выход. Я вот, кстати, наткнулся на стримера, который тоже стримил эту игру. Шок-контент. Нам вообще, в принципе. Вот, и у него игра так в разы симпатичнее выглядела, конечно. Более такое... Близкое разрешение. Более чуткий модель. Я уж не стал у него допытаться, как у него это получилось, но... И к ним. Важен сам факт, что где-то... Все-таки есть какой-то гайд, который позволяет запустить игру, ну, адекватно, да, на современных системах, а не так, как я, с костылями. Хотя, кто знает, может быть, и у него большие костыли там были. А потом понеслись рекомендации шортсов, потом тупо ползел на Твиче по разным категориям и понял, что это капсдос. Да. Вот чисто по шкале от 1 до 10, насколько сильно ты преисполнился в своем сознании, как бы, да? Мне интересно, насколько ты был близок к тому, чтобы стать идущим к реке? Ой-ой-ой. Ладно, никто из них попасть по мне не мог. Ха. Ну, это какое-то интересное место, походу. Сундук, я ему не доверяю. У меня с сундуками сейчас плохие отношения. Нет. Но какой-то звук издал. И дал мне оранжевую шляпу. Ну-ка, погодите. А, блин, я примерить ее не могу, потому что мы не знаем, из чего она состоит. Бирка отвалилась. Когда ты не дошел и утопился, о господи. Что ж ты там такое увидел? На мой взгляд, у тебя довольно закаленный как бы разум, да?
судя по твоим историям, про то, что ты находишь в интернете как раз и смотришь. Мне даже страшно подумать. Но я тебя в целом понимаю. Я тебя в целом понимаю, потому что вот если заниматься ретроспективой, да, то можно вспомнить, как я в начале прохождения Киберпанка и в Новый год смотрел ТикТоки на стриме. Я сидел довольно долго. Там типа, была суть в том, что я сижу смотрю ТикТок до момента, когда я засмеюсь. Вот. Ну, короче, это были очень мучительные 10 минут. Очень мучительные, очень длинные, просто катастроф. Я уверен, что зря я эти глазки забрал отсюда. Но мы нашли реликвию, поэтому дело вроде как в шлеп. Я не от того, что увидел, а от того, кто это смотрит. А, ну, блин, вот такие как-то походы, в том плане, что сидят, смотрят, думают, кто это смотрит, а оказывается, что это вот все мы. Да, по факту никому не нравится, но тем не менее. Я вот тоже периодически натыкаюсь на всякого разного рода дичь и попросту не понимаю, неужели люди действительно вот это смотрят? Действительно это лайкают, репостят, да, там, как-то это редактируют для набора тех же самых просмотров и прочей такой дичи. Ну, я шорты, ну, периодически посматриваю на ютубе, да, когда еду с работы, но они у меня там чисто тематические на самом деле. Вот, про какие-то старые игры, ну, в целом, да, геймплей на какие-то херовины. Плюс по военной и исторической теме всякого разного тоже навалом. Вот, очень много еще из подкаста Джо Рогана, но я не знаю, как это там оказалось, если честно, но факт остается факт. Вот, ну и немного стендапа. Все. В принципе, у меня к ютубовским шортам и их рекомендациям претензий особо нет. Но я перед стримами, там, за минут 5-10, да, включаю коуп на компе, вот, и просто посматриваю, что там есть. Вот там. Там, да, у меня иногда возникают вопросы на тему своей адекватности, адекватности окружающих меня людей. Вот, и не только их. Хотя, по факту, там, ну, ничего такого вопиющего нет. Там, по большей части, именно, как бы, знаете, игра на очень таких низменных инстинктах каких-то, да. Там барышня жопой трясет, тут девушка сиськи показывает, как бы вот такого характера там контент по большей части. Либо очень много аниме. Прям безумно много аниме, катастрофически. И что самое тупое, оно все одинаковое. То есть, ну, я... Чуть не сдох. Я как бы против аниме абсолютно ничего не имею, но, блин. Да, жрать, спать, трахаться, все верно. Все верно. Ну, вот это меня и смущает, то, что как бы, ну... Основной контент для потребления людьми. Я, конечно, не призываю всех срочно бросить все, все свои дела, да, пойти купить книжку, не знаю, какого-нибудь Кастанеда там, либо Кьеркегора, вот, обчитаться и запереться в пещере. Нет. Просто надо забанить. Куб. Хе-хе. Вслед за Дискордом. Да нет. Нет тут какого-то адекватного решения, если честно. Если что-то вот предпринимать в этой стезе, да, то это будет перегиб на местах. Поэтому все, что мне остается, так это бухтеть, как старому деду. A human visitor to our library. What are you looking for? Мы ищем одну книгу. Oh, you'll have to talk to the head librarian about that. But I'm afraid I can't let you enter his rooms, though. How do we know if we can trust you? These are dangerous times, you know. But maybe if you help us out with a little problem, I might reconsider. Знаете, вот есть фильм «Пол. Секретный материальчик». И вот почему-то у меня такое ощущение, как вот этот вот мужик, библиотекарь, именно оттуда. Тао Таурена, есть такая помесь, да, есть такая помесь. Блин, вот ты про Тауренов сказал, чувак, я просто не могу, у меня уже руки чешутся просто взять и установить Вовку. Я не знаю, почему, откуда у меня это все берется, но, блин, просто
Я ж сижу и бешусь от этого. Кошмар. И вот мне на Коубе еще попался там какой-то видосик, ну, коротенький ролик там, задники из World of Warcraft, да? Грустная такая музычка наложена. И там просто NPC с тобой прощаются. И там один такой, вступаю с честью. Я такой сразу, а? И поплыл. Вот. Не знаю, не знаю, короче. Сложно это все, сложно. Что за дело? Well, this underground library here is heated by the lava rivers nearby. Lately, though, the whole place has begun to smell awfully bad. Mm-hmm. And we believe the smell comes from the lava itself. Лава воняет. It's понял, сейчас займемся. Unbearable. Please go out and look for what's causing the lava to smell so bad. Лады. Ну, давайте тогда сразу на выход пойдем. Потому что у меня доступа все равно нет. Подальше. А вот куда только идти, спрашивается. Башня. Ну, наверное, где-то здесь кроется ответ. Но мы сначала, наверное, сюда сходим. Давайте. А. Unbelievable! You carry the sign of the Divine One, and you travel with a Death Knight as your companion? Strange things are going on here. Who is this old goat? Похож на мага Зандаура. Зандалор? The great wizard? I've heard about him. Вот встреча так встреча, неожиданная, приятная даже. Can he bring us home to Avalon? Пендель в собственной персоной. Of course I can, Mr. Death Knight. But first you must do something for me. It has to do with the reason why I'm here. You see those ruins over there? Вижу. Well, these ruins belong to the Renar. Nice people who lived here in peace before the demons entered the world. They told me about an amulet, but unfortunately they haven't told me its exact location. Не, ну Зандавор не должен кинуть. Зандавор как-то четко может. Как мне помнится. Powerful wizard, eh? How come he can't find a simple amulet himself? Quite annoying manners you have. But I guess this has to be expected from a death knight. Do you want to leave this place? Но у меня какое-то такое предчувствие, что он меня прокинет через свою комнатную шляпу. Еще и посохом пинка даст. Отвечаю. Ну ладно, мы поможем. Good, good. Go and look for the amulet in the ruins. I'll keep looking here. Meaning? You won't move? Wizards have their own methods. Мне нравится эта тема. Мне нравится. У магов свои приемы. Блин, надо запомнить. Надо запомнить и взять на вооружение. Балдежная реплика, я считаю. Отлично подходит мне, старому жутману. Так, ну, пойдем. Колонна. Им кормится огонь, мой крепкий друг. Но это явно не золото. Бить с разворота по яйцам? Нет, но у моего волшебного посоха нехилый набалдашник, так что можно даже без разворота, если честно, ударить по шарам. Вот, как бы I'm out of mana, but I'm not out of options, да? Дайте кристалл. False. Fuck. Камень. False. Fuck. Дерево. True. Бро. Холодный, как твое сердце, мой жестокий друг. Камень. True. Угу. Холодный, как твоя бывшая. Ха. Сияет, как солнце, мой жадный друг. Золото. True. Сверкает, подобно твоим очам, мой драгоценный друг. Кристалл. True. Что ж, уважаемые знатоки, Александр Друсь входит в подземелье. Опа. Так-так. Чего у нас тут? Да ёлки-палки, а.
Рычаг в полу, рычаг в полу. А, то есть вот там, да? Так, рыцарь смерти, иди вперед. Только сохранись. На всякий случай. Это ж лабиринт. Самый натуральный. Да. Шоу интуиция, вот есть такое, да. Перемещаем Жифана, надеюсь, это не станет нашей ошибкой. Но при этом как бы все можно технически открыть сразу, да, и спокойно пройти дальше. А в чем прикол тогда? Ну я, получается, короче, должен в соседних комнатах найти рычаги, чтобы пройти дальше. Походу, да, так и есть. Ну, какой-то странный квест немного, окей. Блин, вот вправо неудобно камеру двигать. Сундук. Двуручный молот теней, цеп, уза, что это? Щит, костяной амулет. Ну, на сам амулет попросили найти, я его нашел, но это явно не то, который требуется нам. Так, ну ладно, в принципе, тут можно спокойно вдвоем ходить. Давайте Джифана подтащим сюда. Это как будто дверь. Ну там бы отображалась, наверное, да? Двадцать пять начинается, господи. О, саундтрек из первой части, кстати, заиграл. Не шутя. Причем как будто пение усиливается, если мы идем ближе к кому-либо, или мне кажется. Глаза. Он даже отличается от остальных мобов очень сильно. Но мы, скорее всего, на правильном пути. Так, стоять. Сундучело какой-то подозрительный. И сундук. Ну, понятно, это... Подземелье не на интеллект, а на нудятину скорее. Да, так и есть. Оля, ну ладно. Грех жаловаться. Так, очередной рычаг есть. Ну да, это вот так на последнем стриме по палочному человечку. Там тоже надо было рычаги дергать в локации. Не самое удачное дизайнерское решение, на мой взгляд, но ладно, ладно. Игра старая, поэтому у меня к ней особо не нет. А, во, амулет. Больше похоже на ошейник Зандалора, честно говоря. Зендаур явно что-то скрывает, этот посох у него явно не просто так. С таким-то круглым набалдашником. Блин, теперь хочу песню про набалдашник послушать, а? Чат, хотите песню про набалдашник? Я включу на фоне. Послушаем и все. Уж на нее-то, надеюсь, авторских прав ни у кого нет. Хотя, блин, мы не за мага играем, поэтому как-то нелогично будет. Да? So, you found the amulet.
Impressive. So, you're not Zandalore, I guess. Ожидаемо. Correct. It was so easy to read your thoughts. Очень ожидаемо, к сожалению. Unfortunately, I can't bring you back home. I'm sorry I had to fool you, but I wanted the amulet very badly. Ну что, давай, Дрокс. You could have asked us. Why didn't you? Yes, I could have asked, but you could have said no. Бывай. Вот так вот. Джифан замочил Зандаура. Сляви. Минус чел. Здорово, кэш. Как дела? Ну блин, чел сам виноват. Как бы он тупо первый начал. Рыцарь смерти так-то дело сказал. То есть, ну, ты мог просто попросить. Я же не какой-то там изувер. Да, чтобы отказывать. NPC в квестах. Жив, отличие от чела, это хорошо. Это на самом деле очень даже хорошо. Так, ну платформой портала мы пользоваться не будем, нам это ни к чему. Ну, эти кристальные горгули, они такие противные, когда ты их убиваешь, они просто очень громко шумят в процессе своей смерти. Так, лучше, наверное, Джифаном управлять, потому что Рыцарь Смерти более боевая машинка у меня такая, да? Он автоматом сам за меня все делает, им управлять особо не надо в эти моменты. Непонятно, как-то мы так далеко от речки отошли, и не пойму я, что же в ней такое воняет. Что вообще, в принципе, может в реке? В реке лавы вонять, спрашивается, да? Бляха-муха, как далеко я сиванулся-то. Два чела сразу умерло. Сразу два. Потому что если умирает один, то умирает и второй. О, Иисус. Услышь мои молитвы. Иисус, это я, помоги, ты слышишь? Да рыцарь не то чтобы одет, если честно, он в принципе как бы особо одеваться не может. У него только пушка фактически есть и все. То есть у него броня неснимаемая. Я ему только амулет да колечки могу накидывать. И палку, вырялку. Но то, что Джифан в лосинах каких-то кожаных бегает, да, это есть такое. Но мне других не дали. Зато мне уникальные сандали, кстати. Вот можно шлем поменять. Чпунь. Шляпу оставлю. Это трофей боевой. Это пригодится. Квестовая. Эти скорость режет, к сожалению. Это шляп, которая мне как раз. Уникальный шлем. Это куфта. Какой лор вообще? Слушай, вообще это вторая часть фактически в данной вселенной. Ну, это же фактически вселенная Divinity. То есть вот Divinity Original Sin, второй Divinity, да, это вот все одно и то же фактически. Первая часть, мы ее прошли
год назад, по-моему, это Divine Divinity. Там мы боролись с демоном. С, не Самуэлем, Самуэль здесь, да. Мы боролись с демоном. Суть была в чем? Есть Ревион, местный мир. Вот, на Ревионе прошел лютый замес. Когда-то очень давно. Вот. И демона в итоге победили. Но, естественно, он оставил себе лазейку, чтобы вернуться назад. И пошло-поехало. Он начал потихонечку возвращаться, но внезапно совет людей, эльфов, гномов, кто там еще был, импов, да, такой типа, не, чуваки, это не дело, надо его, короче, обратно замочить, поэтому давайте найдем избранных, согласно пророчеству или что-то в этом духе. Ну и мы, будучи одним из избранных, пошли да наваляли Главгаду. Сейчас же события следующей части, они немного не связаны с предыдущей. Здесь, по-моему, спустя 100 лет, вроде как, от оригинальной игры. Вот, и тут мы играем за паладина, который погиб, вроде как, во время битвы с демонюгой, с Самуэлем как раз-таки, да? Вот, но по хитрому истечению судьбы и чисто из рофлов, да, Самуэль проклял нашего главного героя и нашего второго главного героя, рыцаря смерти, и связал их воедино, как бы. Ну, чисто хохма ради. Вот, ни тому, ни другому это не понравилось. Они решили совершить побег из-за преисподней, у них это более-менее даже получается потихонечку, но... На их пути встал некромант, который охотится на кристалл метеорита, который упал с неба. Блин, меня так послушать, это вообще бред бредовый, если честно, но... Я в Divinity, честно говоря, играю не ради сюжета, а ради вселенной как таковой, потому что, ну, здесь юморок ларианский, типичный такой, да, приятный очень, плюс в целом... Довольно атмосферно, если честно. Вот реально атмосферная игруха, что первая, что вторая. Первая мне нравится больше, если что, плюс она, ну, больше поклонников имеет как таковых. Вот, ее все советуют, а вторую как-то не очень сильно любят, к сожалению. Но вторая тоже по-своему такая приятная. Плюс ко всему, к сожалению, что первая, что вторая часть, да, они на русском рынке появились только спустя лет. Несколько лет, как вышли на европейском рынке. Вот. Из всех игр Divinity только Original Sin 2 проходил. Вот, да, много кто только с Original Sin знакомы. Ну, я тоже как-то посмотрел там вот этот весь источник. Вы там охотитесь за источником, потом вы являетесь его юзером этого источника. Но я тоже нихера не помню, откровенно говоря. Да мне оно, собственно говоря, и не особо нужно, потому что, ну... Опять же, да, игровых вселенных очень много, и в каждой из них разбираться, ну, такое себе. Факт остается фактом. Игра классная. Единственное, что, только то, что, к сожалению, плохо состарилась, да? Очень плохо состарилась, ну, вот, вы только что могли это лицезреть. Это, если что, сохранилось таким образом. Да, но запустить на современной машинке можно и покайфовать тоже, в принципе, можно. Только надо костыли периодически подтягивать, особенно когда ты, допустим, с одного акта в другой переходишь, там надо менять наименование файла, который лежит в директории игры, чтобы игра не запускала ролик, который тебе показывает при переходе из акта в акт. Вот. Ролик можно посмотреть просто так на компе, если что. Я что-то так утомился на кухне, что я еле могу мысли соврать. Так это самое, расплескай мысли. Раз, вы. Как говорила великая Дора, зачился другалек. Дай, блин, больно. Ну и как бы у второй части в целом хороший потенциал. Вот реально хороший, но они немного, на мой взгляд, не дожали, да,
эту вот геймплейную механику, как именно два связанных между собой противоположных существа по мировоззрению. Потому что если бы в те времена существовал интернет, на той стадии, на которой он существует сейчас, и эта игра бы вышла в кооперативе, я думаю, было бы круто. Было бы реально круто. Здесь, конечно, нету каких-то таких загадок, которые заточены именно на двоих людей, да, ты посылаешь одного в одну комнату, пока второй там открывает что-то в другой. Тут такого практически нету, но технически это можно реализовать, да, было бы здесь. Вот. Но что имеем, то имеем. И по факту ты просто управляешь двумя болванчиками. Вот и все, как бы. Тупо клон Диабло. Про двоих типов. Где, к сожалению, не самое удобное управление, но мне лень как пианист просто по клавиатуре стучать постоянно. Поэтому я только одной рукой играю практически. Что там было? Master of Earth rules teleporters now. He big shot. He got big brain from too much teleporting. Big shot. Normal Earth monsters not intelligent. But teleporters all screw now. Will fry your brain too. Very dangerous. More imp babbling. Правый или левый? Сейчас левый. What else is new? Сейчас левый, но преимущественно правый. Я про техномиксы и атмосферу не просто написал, я же ходил на технофестиваль пару лет назад, честно говоря, мало что запоминающегося было. Меня это натолкнуло сегодня на мысль, что фестиваль, даже название не помню, после ковида был чересчур коммерческим и целиком потерялась атмосфера, а сама технокультура превратилась в банальную тусню ради тусни. Я думаю, если поискать, то можно найти подходящие, как бы, да, технофестивали небольшие. А чё ничего не происходит? Алло. Я и сохраниться не могу. Я бы на какой-нибудь рейв сходил, откровенно говоря. Просто технофестивали, прошу прощения за кашель постоянный, как таковые, они ушли в еще больше андерграунд, на мой взгляд. Вот. И пользуются популярностью, ну, у не очень большого круга людей. Ну и плюс ко всему, да, это перестало быть стилем жизни. Вот тут я, пожалуй, соглашусь, да. Ну, на стиль жизни это, не знаю, сомнительная какая-то затея. Имхо. Так, ладно, у меня сейф вроде как недавно был. Да. So, correct. You could have... Yes, I... Нихера. Депортируется. Так, я сегодня добьюсь какого-нибудь успеха в этой игре или нет, а? Да блин, он походу четвертый раз погиб. Ну ладно, так и быть, хорошо. Давайте сохранимся. Что у меня горло першит. Неприятно. Неприятно. Ну вот, мобы маленькие эти злоглазики. Ой-ой. Их ни хрена не видно. Я что-то на карте и замечаю фактически. А этого кто убил? А, вот и причина, походу, почему лава воняет. Yes. Washing away all of the dirt and unwanted skin. It's just
Так это витуберский хот-тап стримера. Я понял. It's a good job the lava keeps flowing, though, so it never gets dirty or cold. Have you seen the soap? Вот это немножко Дэвида Линча напомнило мне сейчас, где второй, нет, или третий, или какой там этот сам последний-то сезон Твин Пикса. Ой, лошадь, это белки наших глаз. Огоньку не найдется. А что, они мыло не выронили, да? К сожалению, нет. Да, блин, сколько их тут, а? Какой-то овнаш. Нескромный. Не. Зато за них опыта дают нормально так. Че, можешь сразу в библиотеку тогда пойти сдать квест? Пока мы далеко не ушли. Надо сейв обязательно. Давайте попробуем еще раз с этим пообщаться. А, вот он сваливает. Я, видимо, каким-то образом так встал, что у меня сразу две катсцены должно было проиграться, поэтому персонаж и затупил основательно. Все, сейф. Вот с этой игрой главное терпение, наверное, набраться, да, чтобы преодолеть все вот эти вот сучки-задоринки и прочие шероховатости, как бы, и тогда все будет путем. Так, главное котов не открывать, а то я... Могу нашляпиться, блин. Серик. No one can go through this door. And I don't remember ever having seen your face before. So you better beat it now before my sword arm starts twitching, eh? Go on, get moving. Так, Джифан. Давай-ка мы тебя захиляем. Не по силам взломать. А как тогда внутрь интересно попасть? Вопрос хороший. Золотой ключик. Но мы его подобрать отсюда не можем, естественно. Но по идее где-то может быть находится какой-то подвал, сквозь который мы можем туда пройти. Однако, я вот 100% зря упускаю из своего внимания слова импа, которого мы повстречали, да? Ведь наверняка он там не просто так стоял. Наверняка он что-то хотел нам важное сообщить, но я абсолютно не помню, что он имел в виду. А еще вот этот камень похож на рожу кого-то очень злого птеродактиля, не знаю. Но про каменюки и говорил, в принципе, да, то, что они там с ума... Сошли тебя от телепортивы постоянно. Где я? А. Я бы на чё? Давайте наверх пойдем. Ага. Давайте опять наверх пойдем. Я так чувствую, нас постоянно будут тэпать. Пока мы не придем куда-то. Вот что хорошо, что как бы есть в этой игре один баг, да?
который нивелирует уровни противников, поэтому можно ходить более-менее безнаказанно. И это даже хорошо, потому что, ну, в такой старой игре, да, сражаться с непобедимыми врагами и при этом ловить постоянно всякие баги, ну, это выше моих сил, 100%. Тот редкий момент, когда баг играет тебе на руку. Это приятно. И это очень приятно. Так, ну, я чувствую, Джифану надо скорость больше не качать, потому что он слишком обгоняет рыцаря смерти, а вот рыцаря смерти надо подтянуть. Походу. Ага. Там какой-то золотой сундук был. Вопрос. А как к нему попасть? А, ну короче, я понял, это не меня по территории тэпает, это голема меня телепортирует. Элементали земли. Видимо. Или нет? Потому что я сейчас не заметил даже его. Ну хотя враги издалека орец, в принципе, поэтому может быть. О, сундук. Не хватает навыка. Ну да, писали в гайдах то, что вскрытие замков довольно бесполезный навык, но я его взял чисто. Не знаю зачем даже. Я его, конечно, могу сбросить и вкинуть в боевой какой-то навык, но эй. У меня такое ощущение, когда я по высохшему морскому дну гуляю. Здесь. Да, этот сраный голем меня тэпает. Мразь такая. И не только голем, еще просто элементаль воздуха это делает, я понял. Мне вот как-то надо его так поймать. Навалять ему. Стой, сука. На. Да ты подонок, а? Шерстяной. Вот он где-то здесь ныкается. Нет, это не он. А ты достал. Джифан, спокойно. Говори. Я его даже не вижу просто банально, чтобы ему накостылять. Ну ладно, сейчас мы вроде перебили нормально так. Очень странная лавочка, кстати. Непонятно, что она там делает вообще. Это ты издеваешься или что происходит? Алло. Ре. Может, меня лягушки тэпают? Не знаю, это вряд. Я сейчас с ума сойду. Ну я вот вижу, как они с края карты появляются, эти сраные элементали, и кастуют. Окей. Окей. Не хватает ловкости, а у меня огнестрела нету. Та-т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 а. Как замечательно, просто кайф. 10 из 10.
Оса внезапно дробящая, между прочим. Вопрос. Как быть в данной ситуации? Сука. Вот мне просто хочется в глаза посмотреть разработчику, который ответственен за этот уровень, за этот квест, за этот сегмент. Чем он, сволочь такая, руководствовался, когда проектирует погонь? А? Вот чем? Что он хотел этим сказать? Что он хотел кому-то доказать? Таким вот геймдизайнерским решением, а? Пес. Вот я, между прочим, был здесь. Это вот так вот меня потепало, если что, да? То есть это вот я все телепортировался. О, сука. Нет слов. Одни эмоции. Вот этого достать не могу, к сожалению, никак пока. Не понимаю, как туда пройти. И сюда. Просто пес. Ну, хотя бы радует то, что мы большую часть этой локации подчистили и покрыли, да? То есть вот в центре осталось. А, там, кстати, звезда есть, с помощью которой можно телепортироваться. Еще сегодня попадали шорты с Джифаном, который прошел Monster Hunter. Так, шорты, это ты описался или ты имел в виду прям реально шорты-шорты? О, а вы что тут делаете? Well, this is a surprise. We haven't seen your kind before. You must be from the other islands. Все верно. Maybe you can shed some new light on these accursed teleporters. Вот, да. Yes, буковка please S. Help us. Пропал. We've been stuck here for ages. We've tried almost everything. Any help would be appreciated. Now that you're here, you have no means to return. Might as well help us out. Блин, мужики, да я сам застрял. Ладно, поможем. Good. You should start checking all of your teleporters carefully. There must be something we missed. Так я как таковых-то порталов и не вижу, меня тэпают враги. Но тут нет портал. Я бы отказал, потому что они такие наглые, знаешь. Вот из-за таких, как ты. Такие, как я, страдают прямо сейчас. Да. Да японский бог мне свидетель, а? О, спаси Аллах. Но тут поблизости никого нет из врагов. Один фиг, что по нашему, что по ихнему шорты будут. Шорцы. Звэш-цы. Шорт это шорт. Король земляных элементалей, но с ним поговорить нельзя. At last, has this human come to scare away my loneliness? Finally. Welcome to my humble little place, human. Please stay a while, да. Because I'm a creature who's been too long without the company of others. Я тебя не телепортирую, но если сделаешь телепорт за поинты... Я видел одного стримера, который сделал портал для своей вебки. Выглядело смешно. Правда, в один момент... У него игра крашнулась.
Блин, даже хочу вам показать на самом деле, давайте. Я, конечно, зря сейчас альтабнул свой, как зря. Twitch, webcam, портал. Так, стример. Я просто не помню, как этого чувака зовут, к сожалению. Но он завирусился с этим видосом. Не, к сожалению, не могу его найти. Показывает просто шорты, которые проходят портал. Ну, значит, не покажу. Целявий. Вот она, моя память на имена. Так, вы такой разумный для элементаля. What? Oh, that. Yes. I guess you could call me intelligent. Ever since I found this red gem here, it's like the clouds have lifted from my mind. I know it seems hard to believe, but I think I'm the loneliest creature in this world. О, бедняжка. There's no one here to talk with, really. All the humans run away, or try to kill me. Is there no cure for this emptiness? Гони, самосед. А, думаю, причина вашего одиночества в этом камне. Do you mean that I'm so lonely because I'm really the only intelligent being of my kind around here? Could that be? Yes, maybe you're right. Perhaps it is the weight of my newly formed intelligence that's making me so lonely. Сейчас посмотрим, он maybe меня. I was better off being dumb after all. Спасибо. Here, you can have the gem. I don't think I want to be intelligent any longer. Ну, это какой-то грустный квест, если честно. No prob. Human. Это реально грустный квест. Good night, sweet prince. Так, сохраняемся, проверяем. Оно или не оно? Да. People are born to do great things with their lives. Teachers. Оно. Это тот самый мужик, я узнал его по бороде. Так. Опа. Давайте тоже посмотрим. Doctors. The guy from that one episode of Futurama that feeds the sad dog. I, on the other hand, have found that rather than if I should do something. And, well, now we have portal technology. Chat. А, бляха-муха, заставка. А почему не показывают? We have the tech. Алло. But this is only the beginning. А где экран? Using my stream. А почему у меня экран не захватывается? Погодите. О. Странно. У меня, видимо, другой экран подтягивался. Tech, I can just turn knobs and move each individual portal whichever way I want to set them up in 3D space. Okay, here we go. Hey, oh! And back down. Oh, God. Ну, вот это прикольно, что он сделал, конечно, вообще молодец. Oh my God, it's so good. Wait, I can catch myself. Wait, okay, orange. And then that, okay. Oh, you saw that? Oh, I did it! I'm still doing it! Oh my God! Oh! Wait, let me just drop through it. Let me just... Hold on. Hold on. Oh God! There we go! Help! Блин, слушай, друхари, а у тебя портал второй есть или нет, а? Я бы его в каут просто прошел. This is where I live now? Я его проходил сам по себе, как бы, да, но вот кооперативную компанию so, ни с кем не проходил. I don't know what the practical purpose of this is, but, I mean, ну, как it's бы, да, worth вот the months of work говорит, it took to make it. Практической пользы right? особо нет, но фишка прикольная. Right? Чисто побаловаться, Chat? Один right? стрим, да и все. And we... Damn it!
Go. Yes. Yes. Let's go. Oh, God. Oh, God. We've got a rogue blurbs. That's so fun. Wee. It's so good. Ну да, ему можно, знаете, забавного канала докрутить, чтобы вот так вот стример выкидывать is... куда-нибудь. Not ради ролл фон. Great use of time. Если еще, знаете, добавить как бы такую тему, что звук от микрофона тоже отдаляется в процессе. Into that portal. Было вообще весело. And be shot back. Are we ready? Скалы. Three, two, one. Хорош. Here I come! Oh, I made it through again! Can you move portals through portals? I think that might break the universe. What, putting two portals with each other, like side by side? Oh, сейчас, кстати, мясо будет. And just going in? I've actually never tested this. Два портала рядом с другом. Crushing myself via... Yeah, this is how black holes are formed. Here we go. Okay. All right. Wait. Oh fuck. Shit. Shit. What? Вот это просто вообще сказка. Молодец. Очень классно сделал. Так можно стримы завершать, да много чего можно делать на самом деле, таким макаром, если подумать, в принципе, те же самые донаты, как там подкручивание, да, и тому подобное. Ну вот это, конечно, вообще пушка. Portal 2 есть, в 2022 проходил, ой, 23-м точнее. Не, Portal 2 прям вообще кайфовый. Вот, ну, Рухари, зря не проходил, я тебе советую первую пройти, ознакомиться со вселенной, да? Вот, и... как бы второй тоже по тесте. Тоже балдежники довольно. Так. Шок. Все даже запустилось адекватно. Так, ну мы, по идее, квест выполнили, да? Ни хера подобного, мы все еще телепортируемся. Да что ж такое? Стоп, а я самоцвет забрал с чувака? А я сохранился, когда альтабулся? Сука, я же сейчас места не найду. Он же здесь был, да? Да, здесь. У меня тогда компания была. Ну, сейчас у тебя комп есть. К тому же, это вэлловская игра, она очень хорошо оптимизирована, пойдет на любом ведре. Фактически. Был, но под строгим надзором. Эй, заберу шнур от компьютера. Никаких тебе червячков. Прыжок. Вот шутки шутками, да, но на становление моей личности червячки повлияли как и другие. Вот врать не буду. Периодически я думаю фразами от репликами. Вот такая вот темная сторона Джифана. У тебя диск был. Странно, что у тебя его сейчас нет. Ты обычно на все диск есть. Вот знаешь, была программа раньше, крутятся диски, да? Вот тебе надо такую же снять. Просто обзор всех твоих дисков. Ну. Твоя коллекция. Блин, кому тут врыло дать, чтобы покинуть эту проклятую землю, а? Я, конечно, могу тэпнуться здесь, как бы, с помощью портала, но это такое себе. Похоже, портал сломан, в нем не хватает одного камня. Теперь ясно, почему на этом острове все попадают не пойми куда. А, как хорошо, что мне хватило ума его потрогать, все-таки использовать самоцвет. Ну все, сука, вам всем смерть пришла. Я сейчас тут всех убью. Как говорил великий папич. Или не всех, потому что Pathfinding здесь, конечно, да.
Ну мы сделали это, чё? We did it. We finally did it. We finally awake. Блин, скорее бы пройти The Last Hero of Nostalgia, честно говоря. We haven't seen your kind before. You must be from the... Стоп, я же с вами общался. Разве нет? Или вы вторая группа таких же потеряшек? Я даже помню, кто и где мне не вернул тот или иной диск. Вот. Можешь еще, как бы, знаешь, такое видеообращение сделать. Всей швали, что не вернул мне компьютерный диск. Вы думали, я вас не найду? Вы думали, я вас не уничтожу? Can you help us get out of here? Or the teleporter's working again? Было бы неплохо. Я бы посмотрел. Даже лайк бы поставил. They catch on quick. Really? They're working? That's the best news I've heard for a very long time. Come on, it's time to go home again. Wait, before we go, I must insist on rewarding you. Своим хвостом? Yes, you are right. There is a small cave in the vicinity. Нет, не хвостом, к сожалению. Какие-то унылые сокровища, которые мне тут нахрен не сдались. Human values are highly within it. Farewell, until we meet again. Вот, кстати, эта игра отлично демонстрирует инфляцию, потому что денег у меня дохерища, тратить их не на что. И... Верим, что в пещере сокровища. Я просто даже понять не могу, где эта пещера может находиться, потому что я весь этот остров уже сраный, прыгал только так. Разве что здесь одинокий сундук, но я больше пещер не вижу. А вы? А, вон пещера, походу. Да, блин, ну пипец, это в самый низ надо идти. Ну, давайте пойдем. Ладно, хорошо, пещера тут действительно есть, идем. Пусть бегут неуклюже, Джифандру, предположим. Москва, по асфальту рекой. Так, кстати, про Джифандрупов и неуклюжих, да? Я тут недавно выяснил, что, оказывается, у Фоли Нарли тоже комп сломался недавно, прикинь. И это, по-вашему, несметные сокровища. Я, конечно, их заберу, но... Это того явно не стоит. Мои нервные клетки это не спасет. Абсолютно. Вот как-то, конечно, немного обидно, что деньги как бы у персонажей есть, да, а тратить их не на что. Сказал Джифан, поднимая очередную пушку денег. Вот. Так, что-то не хватает. А, вот, я думаю, где мой рыцарь смерти? А как туда попасть? А чтоб я знал, до них там не доберешься особо. Ладно, храните свои секреты, так и быть. Так, ну всю эту зону я осмотрел. Тут, по сути, ничего такого интересного и нет, да? Вот здесь мы не досмотрели, разве что. Вот здесь. Ну а дальше сюда только если идти. Возможно, только телепортом, но ты его починил. Я, в принципе, даже, знаешь, и не то чтобы расстроен этим фактом. Поэтому я просто пойду вперед. Да. Да, портовые дешевые, плюс какая-то из частей очень короткая. Первый, по-моему, вообще за один стрим можно пройти. Вот. Ну и плюс там куча бесплатных DLC-шек еще есть, фанатских именно. Вот, которые я тоже хочу как-нибудь пройти потом. Hold it! No one can go through this door. And I don't remember ever having seen your face before. So you'd better beat it now. А у нас, кстати, реплика появилась, смотрите, с типом. Go on, get moving. Мы пришли за заданием храма. No exercise for me and my sword arm today. Get yourself inside before I change my mind. Ладно, идем. Пусть. А, вот нам Ранар предатель нужен, кстати, точно.
Welcome to Sarek's place. It may not be the most beautiful outpost in the world, but hey, we're all here for a purpose, aren't we? There are many things to learn here. Чему же, например? Playing ignorant, huh? I don't have time for people like you. А еще наверху? Сэри. Who do we have here? How many times do I have to tell that stupid guard not to let my students into my private rooms? Out with you, out! Мы пришли за заданием храма. What? Oh yes, the billboard announcement. Finally, someone to help me out with my problem. As you might have heard already, the teleporter on our island has malfunctioned. I want it to get working again. Ты бы знал, что я откопал среди дисков, это прям твоя тема, я заинтригован. Well then, я заинтригован. You'll be rewarded appropriately afterwards, of course. Ее даже в Стиме нет. Да, много чего на самом деле в Стиме нет. Это прям большая беда. Так, ну, мы согласны. Of course you'll do it. I didn't expect you to... Так, ну понятно, квест ты выполнил, поэтому давай деньги. Good. I knew there was some great potential in you. I'm sure that I can make a pretty good student out of you. Yes, I believe I can teach you a little something. But anyway, here's your reward. А где народ? Welcome. I bet you came back to look. А нет, народ. Так, ну ладно, мне ты нужен. It's not very polite to stare. This must be the traitor the Renar in the camp spoke of. Там такая реплика сейчас у персонажа доступна, что мне хочется. Кое-что включить. Бросил ради баб! Какой же ты друг после этого, а? Ты меня бросил ради баб! Ты бросил нашу философскую жизнь ради баб, чтобы с ними поебаться! Какой нормально! Он предал нашу дружбу ради баб! Ради гребаных баб ты! Шлюх! Ради шлюх! Ай-яй-яй. Почему ты ушел от меня? Тупо Джифана фулинарли. Ой. Аудиозапись. Ты предал свой народ ради знаний. So you've been sent by that senile imbecile I once called Master A. Альфа-антитеррор, слушай, вообще, я видел Альфа-антитеррор, если я не путаю, там, по-моему, несколько таких, короче, есть про антитеррор и Альфу. И какая конкретно меня интересует, я не помню. Я помню, что одна из них тактика. Я вот как-то 50 на 50, потому что она на движке бригады E5 Новый Альянс, по-моему, сделана. А там геймплей прям очень медитативный, даже для меня. Чересчур медитативный. Вот, да, значит, оно. Вот. Я к такому пока, наверное, не готов. Но тема интересная, конечно. Это точно. Так, тебе надо уходить от колдуна. That's not much of a convincing argument. But you're just following orders, right? Don't let him fool you. I'm not doing anything wrong here. Почему у них голос такой, знаете, какой-то... truly understands my needs. Подземно гомосексуальный. Да, да, диск, а у меня нету CD-привода, прикинь, в компе. Даже в корпусе не предусмотрена дырка для этого. Stop all this blabbering! Tell him about the magic problem. Твой бывший учитель боится, что ты выдашь колдуну секреты магии Ранар. What? I'm no traitor to the Ranar. А чего ключик лежит, интересно? Just because he can't teach me anything interesting anymore doesn't mean I would just spread our sacred knowledge amongst these humans. If he doubts me so much, then I will swear an oath on my Ranar blood. Клянись. I, Markanthar, solemnly swear on my Renar blood that the secrets and craft of our magic will never be revealed by me to any and all who are not Renar. Did that sound sincere enough to you? I am sure if my master has not forgotten the Renar ways himself, that he will recognize my sincerity in this matter at least. Я тебя понял, про что ты говорил? Я много чего говорил. Конкретизируйте, пожалуйста. Прощай.
Пекле ключ. Ага, руководство реки. Да. Есть такая тема. Вот. В таких игрульках можно реально с ума сойти. Не иронично. Вот, кстати, челик, которого я нашел, да, по Beyond Divinity, он, короче, тоже достал, точнее, нашел в сети руководство по данной игре, распечатал в специальную папочку, вот, сделал там ей обложечку, и попутно еще читал, короче, новеллу, которая есть по данной игре и по данной вселенной. Я такой просто... Чего? Вот. Очень жестко с этого офигел и закинул ему, короче, тыщенку просто за трули, который он глазул эту игру. Хороший подход, реально мужик молодец. Чисто малютка стример такой. На энтузиазме. Если кому интересно, канал называется у него «Нас двое», но стримит он один. Я уж не стал уточнять, почему у него название канала именно такое. Он показывал своего кота. Может быть, там кот подразумевался, но это вряд ли, конечно. Так. И чего? Дальше. Мы вроде как пачку квестов выполнили, да? Но я вот прогресса абсолютно не чувствую сегодня. Джифан, я прогресса не чувствую. А у тебя его и нет. Ой-ой. Это очень злой дядька. Но это не именной моб был, это просто имя моба как такового. Мы таких уже встречали, по-моему. Так, ну... Давайте подводить итоги. Мы, в принципе, обошли всю карту. Насколько понимаю. Следовательно, надо идти и сдавать квесты. Давайте, наверное, пойдем сначала в руины за книжкой, да, потому что мы выполнили задание против ящеров, которые принимают лавовые ванны. Блин, я бы искупался в лаве, если честно. Я, конечно, понимаю, что это была бы последняя моя ванна, но какая бы она была пафосная. Да. Так. Did you fix the smell problem? I thought the air was starting to smell fresher. My thanks to you. The head librarian will see you now. Just go into his room through that door over there. Спасибо. Я не помню, зачем мне эта книжка, если честно, но оно и не важно. Я думаю. Шкаф аж пахнет старым геймдевом. Какой подтекст у этого всего чувствуется. What? A visitor? What do you want here, human? О, мы ищем книгу «Сумерек». Вперед, команда Эдварда. Да. You're not allowed to take this book away with you, but you can have a look at it here if you want. I'll give you the key for the next room. Be careful with it. It's very valuable. А исключение можно? No, no, no. I simply can't allow you to take it with you. It's too precious. The risk of it falling into enemy hands. Ага, ну это браво, что квест получается. То есть его, наверное, не стоит делать, да? Или может просто ее спилить, не париться. Давайте сначала комнату найдем, наверное. Где-то книжка лежит. Нам нужна эта книга, чтобы выполнить задание ведьмы. Давай попробуем. Неужели нам не одолеть Ранар? И зачем во имя хаоса им стеречь книгу? Они что, боятся, что кто-нибудь порежется бумагой палец? Он сам спер. А, нет.
Это тут просто, видимо, баг какой-то произошел. Вот книга «Сумерек», давайте ее хотя бы прочтем. Хер просышь, что там написано. Но я, наверное, пока не буду трогать. Я против Ронар ничего не имею абсолютно. Да, это опыт, но... Мэ. Плюс у меня такое ощущение, что здесь можно выбрать сторону, поэтому я лучше подсосу хвостатеньким. Да, нежели чем пойду против них. Так. Давайте к порталу пойдем и с его помощью переместимся ниже. Вот... Как бы игра хороша, да, но когда ты вот по таким большим пространствам бегаешь, когда оно пустое уже, ну, становится как-то немного грустно. Список кодов на Vice City, если мне память не изменяет, еще и из компьютерного клуба, где час стоил 30 рублей. Блин, я помню те времена, кстати, когда час стоил 30 рублей. Да. Ну-ка, я помню какие-нибудь коды вообще? Хисаям. Я только Хисаям запомнил, кстати, по-моему. Это кто такой? Анагна, home is no more. We go look for another. Анагна. Ладно. Айзакми, да-да-да-да. А, Хисаям от Сен-Андреас, ну, блин. Ну, от Сен-Андреас, наверное, это последний раз, где я активнее всего читы и юзал. Да, потому что в четверке я их уже не трогал. Я там просто кайфовал. А в пятерке я вообще даже... Ну, в пятерке там другого рода читы были. Окей. Тут я, пожалуй, немножко целукавил. Но и то я их там в мультиплеере использовал. Чем не очень-то сильно и горжусь. Return to me later, after you've talked to my people. Так, ну мы кучу всего сделали, давайте общаться с его народом. По-моему, мне этих крыс надо перебить, чтобы выполнить квест, потому что Ронарки еще вонючки. Которые даже убраться не могут нормально. Или я уже выполнил этот квест? Не помню. Ладно, давайте по порядку. Hello again, my friend. Так, можно поторговать. Да, а, да, там был один какой-то кракозябрик, точно. Все, зверь ушел. Его стали беспокоить паучья крыс, которые развелись от того, что вы не убираете за собой мусор. Так, зверь-то мертв. Но ей об этом знать не обязательно. Да, удалось. Он поклялся на крови. That is a truly marvelous outcome. Why did I not think of that? Oh well, my mind must have been too clouded at the time. Anyway, your understanding of the Ronar is much more profound than I presumed. My sincere thanks to you. Don't flatter us with words. Flatter us with gold. Цыц. Have you recovered the statue? Да. Well done. This is splendid news indeed. I take it you have not returned with empty pockets yourself. Да, безделицу другую нашли. You can say that again. It's good to see everybody has gained from this. You are truly... Понятно. Так, с тобой тоже разобрались, а еще кто-то остался. Ты. Вот я пока не знаю, как отключить камень провидца. Честно говоря. Это пока единственное, что осталось, походу. А, вот. Смотри-ка. Пошел прогресс. Продолжай. We are very hard pressed to counter all of the attacks launched against us by the various demon hordes on this and other islands. Mm-hmm. As a matter of fact, we don't stand a chance if some of the more powerful demons decide to battle us. Нас разница будет после этого диалога, что-то попахивает концовкой акта. Could tip the balance in our favor.
It has been lost for a very long time. But recently one of our scouts has discovered a very important part of it. Как в прошлой части? You see, the item we're talking about is a sword. And this sword used to be called Red Demon's Bane. It carries a magical red gem in its pommel, which imbues it with demon slaying powers. The gem, however, was stolen, and the sword itself broken. Yet it is this gem that one of our scouts has rediscovered. He saw it in the possession of a demon somewhere in the Ash Forest. It is imperative that you find and restore this gem, together with a newly crafted magical sword, since no sword of ours can hold the gem. I've heard the smith at the temple is quite proficient at this, so try your luck there, whenever you've recovered the gem. Что-то я плохо помню, чтобы там кузнецы были. If you can accomplish this task, we will truly consider you a friend of the Renar, and aid you in any way we can, including your search for the knowledge of rift running. Лады. Сейф. Так, квесты. Церковь пока нам недоступна. Давайте снизу пойдем. Это ерундовый. Нет, стоп, этот квест я не знаю, как делать пока, потому что склеп для меня до сих пор закрыт. Это пока тоже не понимаю, как сделать. Тоже пока не понимаю, как сделать. Это вот нам только что дали. Это помочь мадаме. Это вообще не помню, что такое. Ну вот я с ним еще раз пообщаем. Нет, ничего не дает. Алло? Да я понял, я понял. Хочется открыть прохождение и почитать, а что будет, если я, да, сделаю вот эти вот квесты. Но, блин, не хочется поперек гору вставать этим ранарчиком. Как быть тогда? Непонятно. Блин, что-то зря я пешком пошел, надо было портал найти. Да, я как-то жестко попал в этом плане, конечно. Ближайший-то далеко. Проще назад развернуться. Давайте. Как будто подобрать можно. Кристальчик, но нет. Так, ну давайте сюда. Прыжок. Не работает. Даже как-то странно. Well, well, well. Who do we have here? A colleague with a servant? Я тебе не сестрица. Only witches can bind death knights, so I presume you are one of us. Что за мисгендеринг? Drop dead, witch. Bitch. How rude! I can understand his thoughts very clearly. You haven't educated your servant very well, but you know I like that in a servant. How about passing this little firebrand over to me? I doubt with our special situation it's quite so easy. Even не получишь, карга. But I must have him. I think, yes, yes, I will challenge you for him. Oh my challenge! Ну давай, старая, oh, поделимся. Yes. It's common practice between witches. If I win the challenge, I will become the new mistress of this death knight. Ядка. Not so fast. If you refuse, it's as if I'd won the challenge. And the bond will automatically pass to me. Лучше бы она сдалась. I would hate to win without a good fight.
Лучше бы она вообще не появилась на моем пути даже. She might be right. I think it's better to accept this challenge. If you refuse, it might happen as she says. Странно, что рыцарь смотрит ко мне равнодушно. And because you are so forced to me, мы через столько прошли вместе, а он. You may also become a servant of this witch. A death knight cannot resist the wishes of his mistress. Грусть таскан. Ладно, погнали. Very well. But be warned, as you're obviously new to this. A challenge ends with the death of one side. Бабуль, давай быстрее, время и деньги, а? Камон, мне тут еще надо столько всего сделать, чтобы свалить отсюда. I, as the challenger, have the choice of battlefield. О, склеп, вот эта тема, говоришь, кстати, я как раз думал, как туда попасть. Enter it when you are ready. But don't wait too long. Так я иду прямо сейчас тогда, слушай. Attention, the temple is looking for someone to retrieve a missing holy relic of the Damned One. During its transportation to the temple, one of the monks dropped the relic whilst running from the ghosts in the haunted ruins. Those who are capable of retrieving the artifact from the ruins are encouraged to go talk to Brother Reyes. Don't forget to regulate... Я не могу ее слушать, к сожалению, у меня что-то это самое как-то... С ума она сходит, малёх. Так, не говоришь в склеп. Я в склеп с радостью зайду. А что там за враг внутри интересно находится? Видимо, животинка какая-то, которую я случайно зарил. Куда деваются люди, куда умер, когда умирают? Где мой дедуля? Там же, где золотая рыбка. Да, будет дальше. Блин, спустили деда, жесть. Такая жесть. Деда, спустили деда, спустили деда, ни за что не прошло. А, нам не сюда. Вопрос. Куда? Сюда. Идем. Что-то попыталось меня атаковать только что. Ну, тут вроде ничего такого опасного нет, поэтому можно не париться, но... Надо вот это сделать. Так, ну чё, ведьма, го, ПВП. Welcome. Welcome. Glad you could drop in and visit. Pull up a chair. Can I get you some tea? Ну, вот мобы, которые вокруг... Неприятно вкачанное. This is about to get very serious. So kind of you to bring my new death knight. But first, come down into my private chamber. And don't get too distracted by my playmates on your way. Да, Dungeon Master себя пока такой себе. В принципе, они слабо пробивают, поэтому можно не париться особо, но даже немножко приятно, что они хоть какой-то урон представляют, да? Готово. Так, Джифан, давай-ка мы тебе силу апнем, наверное. Рыцарь смерти скорость поднимем. Плюс ко всему, я, наверное, откажусь от вот этого навыка, да, разучу его. Лучше в смертельный удар закину. И в криты, да. Просто, чтобы быстрее пробивать врагов. А то куклу тоже можно отказаться. А, от него нельзя отказаться. Понял. Да ладно. Так, мой рыцарь смерти. Мне ему качать-то уже особо нечего. Воин, специалист. Ремесло, починка, опознание. Можно опознание качать, нахер надо, двуручное.
Вот немного дурацкая тема, конечно, с качем тут. Их знает. Ну, дайте обнаружение ловушку накинем, не знаю, пускай будет. Так, потом, если что, скину. Ё-моё. Хорошо, что они визжат, когда умирают, а то их так и не поймешь. Убиваешь ты их или нет? Блин, ну если я отвечу за амулетом, он на меня сарится 100%. Я могу просто отказаться от ответа. Блин. Нет, вообще, там, по-моему, у нас амулета никто не просил. Да, просто торгаш. Ты хер с тобой, слушай, плевать еще. Гони сюда. В лагере вроде у меня никто не спрашивал этот амулет. Не спрашивал уже. Не, нет такого квеста. Или может быть грузануться. Да ладно, что сделано, пусть сделано, плевать. Просто мобов столько, что заново все проходить, я потом с ума сойду. Можно, конечно, вне стрима это сделать, да, по-бырому. Чё-то, погодите, мне не нравится, как они прожимают рыцари смерти, может ему вместо отражения ловушки что-нибудь на бег поставить. Вообще возможно или нет? Навыки, навыки удалить нам. Воин по защите. Уклонение можно взять как вариант. Либо обращение с броней. Давайте обращение с броней возьмем, пускай танкует. Танкую. Сегодня я с тобой танкую. Блин, Жифан, прекрати думать про World of Warcraft, прошу тебя. Now you will see my true power, human. You are now under my spell, Death Knight. Come to me. Cause I got you under my skin. Чё ты там умеешь, давай. I follow you, mistress. I obey. Опа. Что происходит? I can't fight it. Чё ты хочешь, Вов? Да просто her ходить, бродить, кайфовать по атмосфере. Лампово залетать в компашке какой-нибудь, знаешь, now, проходить квестцы. Базарить обо всём и ни о чём. Чисто такие очень человые стримы. I have to obey. Бесплатно, да, я знаю, то, что только до 20 левела, но есть народные версии, если вы понимаете, о чем я. Хотя хочется, конечно, на этом самом. The humans may be a bit of a pain in the backside, but I'm not about to kill them, witch. What? You resist? How can this be? Вот it appears I'm not quite as under your spell as you thought. Он что, ее забайтил, что ли? Хорош. Мачи козла. А, ну он ее за одну тычку замачил. Хорош. Кайф.
Дело сделано. О, опять ты. Здорово. I'm pleased, human. If it was such a powerful artifact, how come it shattered? You should ask your companion Death Knight. It was their fault. Моя? I felt the magical power of the crystal calling. Я ничего не делал. Even though I was a world away in Riverland, the origin of such great power could only come from an extremely rare artifact. It was easy for me to locate the source, and I attempted to summon anyone nearby. During the summoning, I felt a power working against me, as if the magical energy was changed. Сюжет наваливает. Twisted somehow, like a snake as I tried to control it. I wanted to cease the summoning, but I was distracted. Тоже хочу. Knights attacked my tower. Да, много причем. And one entered my summoning chamber at exactly the moment when the summoning went wrong. Don't you remember this, human? But before I could abort the summoning, there was a mighty implosion and a blinding light. When I could see clearly again, the attacker was gone. And so was the magical power of the artifact. I was forced to flee before the attackers reached me. It was only later that I discovered the artifact had the form of a crystal. It shattered during То есть мы, получается, сейчас работаем на того, против кого воевали до этого, что ли? Вот так поворотишь. Radiating chaos magic where they fell. But with your help, I'll soon have all pieces. And speaking of pieces, human, I think I found another one. И где? In the wastelands, near a salt mine. I'm sending you there now. Ну погнали. Ля какой кабанчик. Что ж, новая локация, она маленькая, насколько я понимаю, но я предполагаю, что здесь отличное место, чтобы взять и тормознуть, пожалуй. Понедельник все-таки день тяжелый, и день по стримам короткий, да? Что ж, дорогие друзья, спасибо, что зашли на огонек. Я постараюсь вернуться завтра и постримить для вас побольше. Попробуем завтра погонять Dead Rising. Посмотрим, как он себя будет вести. Надеюсь, без особых проблем. Ну а пока что всем спасибо. До новых встреч и пока-пока.